женщин, женщин с детьми, брошенных женщин, РСП, как их сейчас называют. И меня это вообще никак не касается. Но, с одной стороны, задаюсь таким вопросом, почему сразу хлам? Ведь мужчины смотрят на этих женщин, какая-то часть мужчин смотрит на этих женщин, как на хлам, как на мусор, как на отстой какой-то. А, ты уже раз развелась, значит, ты какая-то непригодная, значит, ты какой-то брак. А вдруг она развелась, потому что у нее муж алкоголик или наркоман, откуда ты знаешь? А может, он в тюрьме сидит? С чего ты взял, что она хлам? И за женщин становится так обидно, что ведь тебя же тоже женщина на свет как-то воспроизвела. И ты мог бы не родиться, тебя могло бы и не быть. Почему ты так не уважаешь эту пизду? Ведь эта пизда тебя родила. И ты должен это место уважать. После того, как они женщин вытесняют из своей жизни, они убирают всех этих разведенок, несчастных, которые не подходят им для отношений. А у нас в России, как известно, очень много этих разведенных женщин, потому что каждый третий брак, он разваливается. Люди не в состоянии сберечь и удержать свои отношения. Вот так вот, к сожалению. Но дело не в этом. Дело в том, что он женщин-то грязных убрал, они ему не нужны, и заменил их на розовую вагину с Алиэкспресса. Холодную, без подогрева. Спрашивается, зачем? Ты что, зарплаты пожалел четверть на свою женщину, которая могла бы быть у тебя? Или что? Как это вообще? Зачем? Ведь пизда в твоей жизни все равно осталась, только холодная и без души. Зачем ты выбираешь так жить? Неужели твоя жизнь настолько стрёмная, что ты не можешь себе позволить живого человека?